Раушан Базарбаева – художник декоративно-прикладного искусства. На ее счету 8 персональных выставок и участие во многих международных и региональных вернисажах. В этой композиции представлено более 60 работ. Среди них гобелены, войлочные панно, роспись по шелку и графические работы. Для самой мастерицы творчество – это способ самовыражения. Через свои произведения она делится со зрителями самым сокровенным. Это человек, который постоянно находится в творческом поиске. Она никогда не останавливается. Дело в том, что она и у меня преподавала 4 года, и поэтому я знаю ее не понаслышке, не просто так, а вот именно как человека, который действительно хочет что-то передать, научить чему-то. В творчестве Раушан превалирует лирическая тематика, которая наполняет ее произведения особым философским смыслом и поэтическим настроением. Они отличаются гармоничным сочетанием формы, цвета, идейного и композиционного замысла. Красота – один из главных критериев в творчестве художника. Сюжеты ее работ образны и метаморфичны. Они как будто выстраивают диалог со зрителем, пробуждая в нем различные ассоциации, воспоминания и заставляют задуматься о многом. Здесь выставлены далеко не все ее работы. Это вот по вместимости зала, как бы по тематике, диалог со временем. И действительно, это название не просто так придумано. Многие работы отображают в себе вот именно вечное, временное, какие-то вот двойственность. И в то же время она задумывается такого философского склада человек о смысле жизни, о предназначении человека, предназначении художника. И как бы задавалась даже вопросом, как она сама делилась, вот, а нужно ли действительно столько вкладывать труда, ведь это же колоссальная работа, труд какой, чтобы гобелен соткать, да? Мастерица внесла большой вклад в развитие современного казахстанского искусства. Ее произведения находятся в Государственном музее имени Абылхана Костеева, Центральном музее, а также в частных коллекциях Казахстана, США, Англии, России, Германии и в АК-Орде.